привет! Меня зовут Алена, и сегодня мы вместе с вами будем распаковывать посылки с AliExpress. На этот раз их накопилось немножечко больше, чем обычно, но я постараюсь вас сегодня не слишком нагружать. Давайте начнем с самой объемной, и она как будто бы воздушный шарик. Сейчас мы ее распакуем, и я вдохну, наверное, китайского воздуха. Попробуем, как она там им живется, да? Запах не очень, как будто дешевый краситель. Так, у нас здесь внутри. Ну ничего ж себе ж. Это кепки, но я заказывала одну черную и без блестяшек. Кстати, мне писали, что примерки не обязательны в видео с распаковкой. Мне кажется, нагляднее на себе это все показывает. Ну, видимо, это некоторых раздражает. Я 100 лет не носила кепок. Она мне, кстати, большая по объему, а может это так сейчас модно. Я-то ребенок 90-х, у нас должно было быть все туго. Вот как-то так. Я не знаю, идут мне вообще кепки. В детстве я заплетала 2 косички и надевала красную кепку. Мне казалось, это мега стильно. Я не знаю, напишите мне в комментариях, но посмотрите просто на вот этот вот гламур. Прям просто сияет. И кажется, они даже немножечко сыпятся. Давайте примерим вторую. Она такая цеплячая, желтая. У меня такого еще не было. В черной, как по мне, определенно лучше. Это придется подарить. Может, родителям на огород пойдет. Ну что, давайте откроем следующую, вот такую вот мягенькую посылочку. Ага, это платье мое пришло, наконец-то. Вот такого вот пудрового, красивого цвета. Надеюсь, мне подойдет. Боже мой, я надеюсь, мне подойдет. Ну вот скажите, как я могу без примерки вот так вот показывать вещь? Давайте так. Я сокращаю время примерки и сделаю ее просто под музычку. Не буду болтать уже там за кадром. Вы мне просто напишите, подходит ли мне эта одежда или нет. Двигаемся дальше. У меня на очереди вот такая вот картонная коробочка. Ух ты ж ее. Это мне на обзор пришли гель-лаки. Вот они. Но почему-то я думала, что там будет один цвет, а не 6. Это шиммеры. Очень красивые, яркие блестки. Блин, ну я должна вам показать просто эти цвета. Буду жертвовать маникюром. Откроем вот такую вот маленькую худенькую посылочку, больше напоминающую конверт. Я точно помню, что я заказывала себе сережки, гвоздики, но вот это остальное все, то ли мне в подарок положили, то ли у меня отшибла память. Вот такие вот сережки, гвоздики в виде серебряных цветочков. Мне кажется, это просто идеальный минимализм, все как я люблю. И здесь мне еще положили 2 очень крутых подвесочки, цепочки. Одна со знаком бесконечности, вторая прям сердечко. Я лично из тех людей, которые любят наматывать себе на руки и вокруг шеи все, что у них есть в коллекции. Чем больше, тем лучше. Поэтому давайте примерим сразу 2 этих кулончика. Следующая мне в руки попадает вот такая вот черненькая темная посылка. О, наконец-то пришел мой кошелечек. Боже мой, как долго я пождала. 2 месяца точно шел к нам. О-о-о, мое любимое сочетание цветов. Темно-синий и розовый. Мне кажется, очень классный размер. У нас здесь 2 отдела. И средний такой потайной на молнии дополнительный. И здесь, видимо, кнопочка. И открываются у нас карточки. Мне кажется, если я сюда запихну все свои скидочные карты, у меня он раздуется 4 раза. Ну, очень красивая фурнитура здесь. Прям птичка, смотрите. Здесь веточка. Ну,
Самое главное, чтобы хорошо ходила молния. Как показывает практика, она первая выходит из строя. Ну, будем надеяться на лучшее. Как вы там? Надеюсь, вы не устали, потому что мы двигаемся дальше. Сегодня нам нужно все с вами распаковать. Открываем вот такую вот здоровую прямоугольную посылку. Я догадываюсь, что здесь. Но все-таки это не точно. Та-дам, наконец-то пришел мой стайлер для волос. А точнее, это щипцы для выравнивания, да? Посмотрите просто на этот цвет. Ну, это же просто невозможно. В комплекте у нас идет два зажима для волос. Это у нас такие заколочки. И перчатка, чтобы не обжечь себе пальчики. Щипцы у меня металлические, именно корпус. Обычно используют пластик, особенно китайцы. Сами пластины широкие, большие, но мне кажется, они не обработаны термозащитой. И это точно не керамика, поэтому, скорее всего, будет жечь мне волосы. Двигаемся дальше. И следующий у меня вот такой вот мягенький пакетик. Это, конечно же, одежда. Это даже два комплекта одежды. Я знаю, что это. Я просто неимоверно долго это ждала. Это два необычайно красивых платья. И давайте мы вместе все это примерим под какую-то прикольную музычку. А вы не забывайте писать, подходит ли мне это или нет. У нас остается последняя худенькая посылочка, которая завершит сегодняшнее видео. И здесь у нас внутри набор кисточек для макияжа. Вы мне скажете, сколько можно? А я вам скажу, я хочу это вам подарить. Вот так вот сегодня закончится это видео. В наборе у нас 8 кисточек для макияжа глаз. Здесь есть и растушевочная, и лопатки, и скошенная, и какие-то маленькие детализированные. Я думаю, это вас вдохновит на какой-нибудь яркий образ. Правила конкурса очень простые. Все, что вам нужно, это подписаться на мой канал, конечно же, если вы еще не подписаны, и написать в комментариях, какое платье вам понравилось больше всего. Победителя я выберу случайным образом через 2 недели, а результаты опубликую на своей странице в Инстаграме, поэтому подписывайтесь, чтобы ничего интересного не пропустить. Вам огромное спасибо за внимание, желаю вам удачи в конкурсе, я вас всех целую и до следующих встреч!